Доброе утро. Проснулись, умылись, потянулись и в новый день. Ждем прораба. Позвонил, едет, поэтому я одевай. Чтобы понимать масштабность. Это картошка. Это яблоки для тети Нади. Это яблоки для Витьки. Это для Авдея. Сейчас Леша за ключами, я вам покажу, что творится у нас в машинке. Яблоки. У нас яблочки. Ты яблоки в это приел. Их яблочки да на тарелочке. Тут еще. Тут 2,5 ведра. Даже может ближе к трем. Кошмар. А в ящиках там что? Яблоки. Кому? Нам. Нам. Вот это моя. Нет, ты мне сказал, не надо. Слушай, Алексей Иванович, ты это как-то вот так вот. Ну, сейчас нападает, я еще ведро буду снимать, там наберется пакетик. Вот. Это вот мамины любимые, вот эти вот они. А, они крепкие такие. Вот эти тут сладенькие. Их 2 коробки. Это вот мельба у нас еще маленькая корзинка. Вот остатки летней роскоши. Там штрефель. Кошмар, 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 кошмар. А вот это коричневое сверху. Там штрефель внизу, а сверху коричневый. Это штрефель. А вон они. Плодка. Плода черная. Хороший в этом сезоне урожай. Тазики. Был прораб, поговорили, расценки бросили. Мы груженые. Вот самое не балуйся. Давай. Мусор. Мусор. В ногах. Хорошая мощь. На чем только летние ездят? На мотоциклах, на квадроциклах. А это все 2 электрика, между прочим, и тот, и другой. Деньгу поехали зарабатывать. Все они пешком. Ну да, все не пешком. Мы тяжеленькие. Что? Правили меня. Выбросить мусор. Все. Курс на Москву. Сегодня еще обувь детям пришла мерить. Ее полно. Бумажка не сожжалась. Ловите. Чик. 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 Мама, держи. Давай, папа, загадывай желание. Да будем есть торт. Да чем не загадывать? Ну вот, загадай, задуй. Давай. Желание. Хиппи бездый. Так, инструмент. Тортик у нас Палыч, Прага. Вкусняшечки. Из блокнота в мусорку листики, как в пустоту. И опять на кухне осень. Дождь холодный по щекам наберет воды в стакан. Но цветок не поливает вовсе. Номер влог и сердце влог. Новый жизненный урок. Ты себя влюбляться не просила. На двери опять замок. Чувство дым под потолок. И его портрет повешен криво. Раз, два, три кавычки. Сигарету спичкой. И дотла сжигается совместный альбом. Только вот привычка. Ты к нему как птичка.
позовет, и ты опять сорвешься, по-любому знаешь. Дура, потому что по ночам подушку плачет и опять скучает о нем. Не звонит и пусть, но на сердце пусто. Плачет и опять скучает о нем. Скучает о нем. Дура, потому что ты его игрушка. Скучает. Захотелось суши. Завтра на даче. Я не могу. Я так устала. Я еще как-то не отошла от тех выходных, что надо... яблоки собирать. Сижу и думаю, что вот эта рука у меня болит. Что там болит, тут болит. Я в те выходные так устала, что я приехала, и мне кажется, я вообще... Я пришла в понедельник на работу такая уставшая. Мне даже не сказали, если я приеду опять с таким выражением, в таком виде, каком я приехала в этот понедельник на этой неделе. То так не надо. Очень тяжело, честно. Очень. А что делать, яблоки? Сейчас накину пальтишко. И пойдем в большой магазин. Я снимать не буду. Чего снимать эти магазины? Большой, хороший магазин с огромным ассортиментом. Есть что выбрать. Что купить? Я хочу суши. На самом деле, просто тупо хочу суши. Мне надо что-то купить завтра на дачу. Мне, если честно, вообще ничего не хочется покупать. У меня какой-то бунтарский дух протеста. Представляете? То есть, ну, в общем-то... Что-то хочется, чтобы... В коем-то веке там кто-то за меня что-то политпорешал. Все купил, подготовил, привез и вообще желательно еще приготовил. Потому что, ну, я когда устаю, я именно такая. Уставшая. Бунтарка. А ну, пойду. Сиди, не сиди. А ничего не высидишь. Ладно, лягушка пошла.